Гимназия номер 30 на улице Кольцевой в железнодорожном районе Ульяновска стала главной темой для обсуждения. Увы, повод далеко не радостный. Вчера, 23 января, в учебное учреждение проник педофил. 37-летний мужчина представился отцом одного из детей, поэтому женщина-вахтер его пропустила. Затем мужчина направился в туалет, там увидел 9-летнего школьника и попытался при нем обнажить половые органы. Мальчик убежал и рассказал о произошедшем своей классной руководительнице, а потом и родителям. Педагог, не теряя ни минуты, выпроводила мужчину из школы и вызвала полицию. Подозреваемый задержан. В 2012 году он был судим за ряд тяжких преступлений, в том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Вечером этого же дня от занимаемой должности была освобождена директор гимназии. В данной школе были грубейшим образом нарушены пропускной режим и было нарушено пребывание безопасные для учащегося. По результатам проведенной проверки в 30-й гимназии директор была освобождена вчера от занимаемой должности, так назначенной исполняющей обязанности. Сегодня мы проводим большое совещание директоров, на котором обсуждаем тот инцидент, который возник. Большое совещание директоров прошло сегодня же в 1-й гимназии. Руководитель управления образования напомнила педагогам о правилах антитеррористической безопасности. С сегодняшнего дня во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования начата проверка. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.